I think that from the first game we can feel sorry that we took only 1 point. Here we came to prove a little bit otherwise, that we go on victory, because we think that we are much better team, and hopefully we're gonna have great result tomorrow. Ну, по поводу первой игры, да, жалко, что так сложился результат. Хотели заработать больше очков. И поэтому сюда мы приехали за победой, за 3 очками, потому что чувствуем, что у нас команда лучше. I think this is not a topic right now. The game is about Galatasaray and Lokomotiv. First was about chances. Yeah, of course, we believe that we can win all 3 games. We have quality, we prepare ourselves very good, we work hard. Also next week we have time to prepare for last 2 games, but we go game by game, and we believe in our chances. Thank you, Tim. По поводу второго вопроса, сейчас совсем другая ситуация. Сейчас мы здесь собрались для того, чтобы обсудить предстоящий матч Галатасарай Локомотив. А то, что было в прошлом году, осталось в прошлом году. Касаемо наших шансов, то я верю в то, что мы можем одержать победы в 3 оставшихся матчах, но будем идти от игры к игре. На данный момент все мысли, вся подготовка, все силы направлены на завтрашний матч. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle. Прежде всего, всем добро пожаловать. Ja. Добрый вечер. Wir freuen uns sehr auf das morgige Spiel. Мы очень рады предстоящей игре, предстоящему состязанию на завтрашнему. Auch das Hinspiel war schon sehr knapp und ein Spiel auf sehr gutem Niveau. Даже первая игра, которую мы сыграли в Москве, это была очень ровная игра, и обе команды показали футбол на очень высоком уровне. Und wir freuen uns auch in diesem Stadion in einer guten und tollen Atmosphäre spielen zu können. Также нам очень радостно сыграть на этом стадионе. Мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, поддержка болельщиков. Хотели бы испытать это. Und wir versuchen unsere Chance zu nutzen. И мы будем стараться использовать максимально наши шансы. Aber natürlich ist uns bewusst, dass wir morgen hier etwas holen müssen. Ну, конечно, мы отдаем себе отчет, что завтра мы можем здесь что-то заработать, взять какие-то очки. Am besten gewinnen, um noch eine Chance zu haben für das Weiterkommen. Конечно, идеально было бы выиграть, чтобы наши шансы на проход из группы как можно больше и выше увеличились. В первой игре Локомотив смотрелся неплохо, но не хватило сил на концовку. Но в последних играх в чемпионате России решающие голы забивались на последних минутах с Рубином, с Нижним Новгородом. Улучшилось ли физическое состояние за последние 2 недели после предыдущей игры? Also es ist so, dass unsere Personalsituation nach wie vor etwas angespannt ist, aber sie bessert sich. Могу сказать, что наша ситуация по кадрам еще не в идеальном состоянии, но я могу сказать, что у нас уже есть подвижки в этом плане. То, что касается персонала, наличия игроков в моем распоряжении. Gerade in dem Spiel, in dem Hinspiel gegen Galatasaray war es für uns sehr schwierig, weil wir sehr viele Ausfälle zu verzeichnen hatten und deswegen auch nicht so wechseln konnten, wie es der Gegner gemacht hat. Ну, я соглашусь с вами, что где-то нам не хватило свежести, потому что у нас было очень много травмированных игроков, которые не смогли принять участие в игре из-за травмы. Не мы могли так активно делать замены, как это сделал наш соперник. Aber wir haben morgen 100% Spieler, die 90 Minuten Gas geben können, die 90 Minuten fit sind. Ja, das haben die Ergebnisse in den letzten Spielen in der Liga auch gezeigt, dass wir in den letzten Minuten immer die Spiele auch gewinnen konnten. Kraft war immer genug da. Хочу сказать, что завтра у нас те игроки, которые выйдут на поле, они будут биться на 100% от первой до последней минуты. Их физическое состояние готово для того, чтобы они играли от первой до последней минуты, все 90 минут. И могу сказать, как вы сказали, что мы сейчас немножко перевернули ситуацию, нам хватает сил. И, как вы заметили, в российском чемпионате мы решаем игры на последних минутах. Поэтому я могу сказать, что то, что касается свежести, энергии и заряда на игру, именно выйдут те игроки, которые покажут полноценный матч на протяжении всех 90 минут.